Здрасте! Ух ты! На сцене команда КВН вырезана цензурой. Знаете, очень сильно готовились к полуфиналу Семикаракорской лиги КВН. Шутки писали, реквизит лепили. А я вот картохи начистил. В смысле? Зачем ты картошки почистил? Ну как? Над картохой дышать, а чё, ингаляция для вас пустой звук? Саша, зачем ты опять это делаешь? Зачем ты портишь наше выступление? Чего ты хочешь? Ну, хочу налево пойду, хочу направо. Я ведь королева, я имею право. Так! Тик! Так! Тик! Ой, чё-то зачесалось тут. Чё там у тебя чешется? Миниатюры! Итак, уважаемые друзья, давайте представим Левщика, который чуточку работает для себя. Так. На Эйфелевой башне очень легко узнать русского гида. В японском борделе. Пикачу, я выбираю тебя! А у нас еще и длинные миниатюры есть. Представьте, дагестанцы поставили в очень неловкое положение. Поздравляю, у вас родился сын, но только имя ему нужно придумать очень быстро. Вот прямо сейчас срочно придумаем. Братик! Господи, девятый братик за неделю. Мало кто знает, что работа полицейского в России бывает очень тяжела. Итак, на окраине Семикаракорска. Так, у нас опять труп. Глухарь. Уже шестой на неделе. Да, не видать нам премии в этом году. Агент Кобс, теперь это дело переходит под юрисдикцию ФБР. Братик! Господи, откуда он узнал, как меня зовут? Случай на прогулке в парке. Дорогой, смотри, какая парочка сидит на лавочке и целуется. Маша, это толстая женщина, и она сидит одна. Ну а теперь дедушка, который совершенно не умеет рассказывать сказки. Ну все, внучок, спи, все будет в порядке. Дедушка, расскажи сказку. Блин, короче... Сдох как-то котенок. Ты чего ревешь? Котенка жалко. Да ладно тебе, котенка-то не жалко, он-то хотя бы своей смертью умер, а вот щенок, там такая история. А теперь давайте перенесемся в магазин косметики. Итак, здравствуйте, мне, пожалуйста, краску для волос Лотта Колор 3D тон светлый каштан. О, дочка звонит. Алло, да, дочка. Алло, привет, мам, поздравляю, ты стала бабушкой. Фиолетовую краску дай. Спидна. Ведущая прогноза погоды, которая отсидела. Над Магаданом моросит. Каждому жителю нашей страны присуща лень. Очень ленивый гаишник. Шеф, я понимаю, я нарушил, ну как бы, давай как-то договоримся, там все... 5 косарей! Да я вообще-то полковник ФСБ! Вот это другое делаю! Человек, который неправильно подходит к выбору путан. Вот это крепенько беру. А теперь давайте перенесемся в спальню к тому же гаишнику. Дорогой. У меня сегодня игривое настроение, может быть... Ой. Между прочим, после такого я просто должна уехать к маме.
постели. Ты так себе. Ну и напоследок, боксерский поединок, на котором судья оказался братом одного из боксеров. Бой! Ё-моё, братан, ты чё? Я ж на тебя 5 соток поставил. Слышь, судья, ты считать будешь? Да буду считать. 1, 2, братан, вставай. Я встал, да я сильный, ловкий, умелый, джунгли меня зовут. А ты сумбурный, и вообще тебе меня не победить, потому что судья мой братик. Да я абсолютно беспристрастный человек, братан, не подводи меня, братан, вставай, иди сюда, чмо, иди, урод, вставай. Результаты боя не могут быть засчитаны, потому что судья, ну вообще неадекватный. Это ну как неадекватные? Как ненормально, да? Это адекватные! Смотрите, ух, адекватные! Он победил, красавчик! Уважаемые друзья, и в конце серьезно. Потому что КВНовское движение в Семикаракорске идет семимильными шагами. В зале уже даже петличка есть. Аплодисменты Семикаракорской лиги КВН. Для вас выступала команда КВН «Гирза» на Цензуре. Спасибо. Спасибо, ребята. «Гирза» на Цензуре отметили, что мы растем. Спасибо. Вторая петличка на подходе, кстати говоря.